Всем привет, с вами снова Вака. Сегодня у нас 22 декабря. Я бегу свои очередные соревнования, на этот раз уже стандартные. В первый же день я бегу 60 и 400. Планы у меня, конечно, грандиозные. Хочу поставить два личных рекорда и побить рекорд манежа. Буду бежать 60 метров. Планирую пробежать за 6,6. Посмотрим, как получится, не получится. В прошлый раз было 6,7, это мой личный. По ручке, естественно. А что я могу сказать про 400? В прошлом году я бежал за 50 секунд и 8 десятых. А рекорд манежа 50 секунд и 4 десятых. Его поставили уже давно. Вроде бы в 95 году, я точно уже не помню. Я на экране вам высветится где-то здесь, короче. Все рекорды наши. В общем, посмотрим, смогу ли я пробежать из 50. Я планирую из 50 пробежать, но это... Не знаю, даже реально вообще или нет в нашем манеже. Ну, мы сегодня на это посмотрим. Что касается второго дня, я уже буду бежать 200 метров. Я ничего не планирую, в принципе, на 200 метров, если я вообще побегу, еще не знаю точно, как обычно. Я надеюсь, все-таки мне удастся поставить эти рекорды, побить свои, поставить новые. Так что я уже буду сейчас выдвигаться в сам манеж, естественно. Всем удачного просмотра. Перед началом своих бегов я хотел бы сказать вам, что на сегодняшних соревнованиях я буду... выступать против алкоголя, курения и так далее. Ну, точнее, буду пропагандировать ЗОЖ. Каким образом? Я буду рисовать на тыльной поверхности руки крест, который будет означать стрит-эйдж-движение. Это и есть символ стрит-эйдж-движения, к которому я отношусь. Это субкультура людей, которые выступают против курения, алкоголя, наркотиков, беспорядочных половых связей. Если ты хоть какое-то имеешь к этому отношение, повторяй за мной. Короче говоря, как обычно, я загадываю наперед и ничего не получается у меня. 60 метров я пробежал за 6,7. Ничего не удалось лучше пробежать вообще никак. Ну, блин, ошибся, короче. В общем, я не буду даже показывать эти 60 метров, потому что там, ну, как обычно, то же самое, что я бежал в прошлый раз, то же самое все абсолютно. Просто наклон дольше подевался. Ну, не хватает немного. А что касается 400 метров, это вообще печально. Я планировал выбежать из 50, то я пробежал за 51,4. Ну, это такой результат вообще ни о чем, в общем. Ну, я не расстраиваюсь, буду дальше тренироваться. Это еще плюс не разбегали, это только начало сезона. Я думаю, через недельки 2-3 уже будет, в принципе, нормально. Рекорд я должен по-любому побить, манеж этот. Ну, в принципе, не такой тяжелый. Ну, надо стараться. Сзади там малая сидит. Девка мешает мне. Завтра бегу 200, посмотрим, что на 200 покажу. 400, в принципе, вы увидите, 200, я думаю, тоже меня снимут, посмотрим, в общем. На этот раз я ничего не буду загадывать на 200, посмотрим, как оно будет на деле. Бегли 200 метров, как обычно, короче, не загадывал на 200, результата никакого, ничего не планировал, в итоге поставил рекорд манежа свой личный, побил рекорд, 22,7. Наша манежа, это нереально, блядь, бежать, у меня получилось, короче, у Сереги 2,4,9, ну, опять же, да, второй взрослый, у меня пока мясо получилось, тяжело тут бежать просто, и
Вираж не стандартный. По-другому, по-другому, да, никак не пробежать. Выносит. В следующих соревнованиях быстрее должны пробежать. Я надеюсь, на 400 все-таки. У меня 200 каждый тренировка через. Надеюсь, я 400 пробежу нормально. Да я что-то просрал вообще все. Загадал. Слабо начал, короче, проиграл. Не проиграл, тупо херню пробежал. Так что так сейчас лежим, отдыхаем. Вот так, в принципе, и завершились мои соревнования. Я доволен соревнованиями, довольно-таки еще нормально пробежал, ну, кроме 400, естественно. Сейчас уже новогодние праздники будут, так что соревнования уже будут, наверное, в 2018 году. В этом году мы уже отдыхаем. Ну, еще потренируемся, конечно, чуть-чуть, еще пару видео выпущу до 2018. Кстати говоря, о Новом Годе. 31 декабря хочу провести свой первый стрим. Жалко, что у меня компьютер слабый, так что я не знаю, какого качества вообще будет стрим и что там на нем будет, еще неизвестно. Это планируется. Так как я проводил в Инстаграме голосование, много проголосовало за. И сейчас голосование даже проходит в моей группе ВКонтакте, ссылочка в описании. Заходим, голосуем. И пишем в комментарии, кто придет на стрим, будет смотреть. На стриме будем, вы будете задавать мне различные вопросы, я буду на них отвечать. Ну, кому что интересно, естественно. Итак, мы с таким образом с вами будем общаться, узнать что-то новое, либо я от вас, либо вы от меня. Так что, всех жду. Кому интересно, приходите. Будет, я думаю, весело. Со мной, кстати, может быть, будет Серега, но не знаю, посмотрим, как точно будет. Так что вот так. На этом видео уже заканчивается. Так что, всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.